Всем доброе утро, ребят. Что у нас сегодня? Обзор утренних акций. Хотя уже давно не утро, сейчас посмотрим, что тут интересного. Вообще, вчера попробовали поделать деф против барда. Вариантов очень мало, особенно если бард у нас будет без смотра, да даже и смотром. Это все равно не влияет, если у вас будет лисица, варжей на дефе, они его замедляют, соответственно, он не добегает до героев и не может активировать тот же самый спектр. Единственный вариант ставить и героев надо будет переделать раз то по краям, и то это не всегда спасает, если есть хорошие суперпэты. На одном герое можно нормально зависнуть. В общем, такое. Вчера мы потестировали, наделал я, попеределывал вот таких вот героев, тестирую пока спектр недомогания, то есть на некоторых героях спектр стоит, на некоторых стоит недомогание, и все равно это по сути не спасает. Да, против там Ронина, остальных нормально, барда все же сложно слить, причем бард не особо максимальные там прокачки. Будем пробовать тестировать дальше, но шансов сделать более-менее нормальный деф все меньше и меньше, потому что они не фиксят нифига то, что сделали. Это печально. Так, забираем плюшечки. В общем, здесь у нас ничего сегодня нету. Единственное, что есть дискаунт. Разброс. Ну, разброс такое себе. И все. И больше ничего. Так, может сегодня накопление какое-то есть. Да, есть accumulation pack. Но без героев. Только пятые карты добавили. Рунки. Больше ничего. 7800. И накопление есть. Ну, накопление, конечно, по сравнению с сервером. Вообще ни о чем. Да, на Айсе там за 11к очень обалденный пак, здесь вообще печаль. Так, хорошо, с этим разобрались. Архидемон будет скоро, можно будет забежать, посмотреть. Поехали на русский сервер. И на немочку побежим. Вчера я практически на немке дособирал, у меня 196 осколков. Лисицы есть, это реально круто. Еще 4 осколка, я думаю, с каких-то получим. У меня на бездонате уже будет лис, но остаются Мэри дособирать. Но Мэри все сложнее собирать, потому что я начал прокачивать аккаунт, и печально стало в запределье. Появились Фреи с Вальсом, которых реально сложно убить. Так, фонарики желаний. Награды, розыгрыш ВКонтакте, бонус, тоже ничего нет. Сегодня у нас еще среда. Подарок среды, магазин скидок на русском сервере. Блин, на немке у меня есть 5 монеток. Было бы прикольно. Может, 90% вылетит. Но я в этом очень сомневаюсь, но 60 можно было бы забрать. Так, парящий остров. Авиар. Дерево на русском сервере открылось. Вот так вот. Дерево, ну, тоже кастрированное. 30 вообще по сравнению даже с немецким сервером. Ну, посмотрите, тут просто хлам, как по мне, вот это вот все. Ну реально просто ни о чем. Ну, единственное, что здесь хорошо, это получается карта. Пыльца вообще фигня. Монетки 3 штуки. Это реально бред. Это реально печальное дерево.
на русском сервере. Ну, единственное, за карту, ну, я не знаю, 20к. В принципе, у кого нету, есть возможность, можно потратить. Но по сравнению даже с тем же самым немецким деревом, это, конечно, ни о чем. Если так смотреть, то печальное кастрированное дерево на русском. Так, авиар, фонтан. Фонтан, понятно. А, кстати, давайте забежим на второй аккаунт, перейдем. На сардельке лучше забирать плюхи, а то я что-то забираю на этом. Пум-пум-пум-пум-пум. Я сейчас больше на немке играю, как и многие, большинство ребят, немка Тайвань. Там плюшки поинтереснее будут. Тоже минус 60. Ну тут жалко, монеток нету. Все равно для русского сервера вот этот вот фонтан — это, конечно, нечто. А, так, а чё? Пакет накопления. Да, печаль, короче. Так, поехали на самый нормальный сервер. Вчера мы, кстати, здесь зафармили седьмые кошмарки. Ну как зафармили, вообще дошли. Люто, конечно, я, честно говоря, не ожидал. Но 7-8 надо будет подумать, как пройти. И, в принципе, 7-10, я думаю, тоже зафармим без проблем. Мне немножко времени не хватает. Надо немножко героев подкачать, но... Мы на седьмой кошмарке уже. Это реально круто для такого аккаунта. Шестерки мы зафармили. Ну, как видите, не зафармил 6-10. Там сложновато немножко, но я думаю, придумаю что-то. Надо героя будет подкачать. Там после изменений с этими демонами сложно ее фармить. Но мы это сделаем. Так, что у нас по квастикам? Надо будет фармить уже 3300. Нормально мы так идем. А, так, что у нас по акциям? Новая Хватайка. Второй день. А, второй день, первый день. Нету ничего. Тут я забрал, не знаю, карты я, наверное, не успею. Если бы я делал дополнительно... Когда был найм X10, то я думаю, затащил бы так. Понятно. Что по ивантам? Тут ничего нету. Ну, тут, как обычно, забираешь монетку, вот кайф, то, что ты имеешь возможность получить, собрать, типа, первый раз монету, а потом потратить. Так, отлично. Отлично. Есть что по рынку. Базар маркет, это тот же самый идет. Ну, мне здесь ничего не надо, в принципе, 5000 есть, а тут все донатное. В общем, в 11 часов, если что, обновится все остальное. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Изменений мало, ну, в принципе, нам осталось еще немножко, и мы дойдем до восьмой кошмарки. Но восьмую кошмарку с моими героями здесь пока Unreal зафармить. Я даже не надеялся на то, что я смогу зафармить здесь без магии седьмые там. Ну, как видите, один огник фактически справляется очень даже неплохо. Единственное, здесь очень много юнитов героев, и он просто тупо не успевает всех бить. Но я думаю, шанс есть.
Конечно, надо будет попробовать магию прокачать, может, действительно сможем. Но когда он доходит до Анубиса, Анубисы очень хорошо дебафят, здесь их много. Но шансы, думаю, есть. Единственное, что нам надо немножко подкачать. У меня с магией вообще ничего нету. Если, думаю, подкачаем магию, то можно будет попробовать еще других запустить. Как видите, сейчас довольно-таки неплохо держится. Много-много-много героев, и он не успевает всех убивать. Еще плюс зависает вот так вот. Ну, мне надо всего лишь 50% набить, чтобы дальше пройти. Да, не хватает немножко. Но 10% уже, это уже успех. Давай, давай, тащи. О, у нас есть неплохой шанс, сейчас я вам скажу. Конечно, мы, видите, зависли на этом, на Анубисе, по-моему. Остальных мы убить не можем. Но если он сейчас добьет, ну, я думаю, вряд ли мы остальными героями сможем так прям пробежать. Наверное, просто, да, видите, что делается. Они просто разбивают моих. Тут даже такой вариант с Анубисом. Не, может сейчас, конечно, Роза. Если бы Роза была второй эволюцией 30-го прорыва, я думаю, мы бы смогли дальше забежать без проблем. Она процентуально все-таки бьет. 18%. Ой, шанс довольно-таки неплохой. Но я буду пробовать, по крайней мере, проходить. Шанс есть 24%. Слушайте, шанс довольно-таки хороший. Ну, Анубиса, конечно, здесь ушатывают, он заряжает их. Но шансы есть. Под тыквой можно попробовать, но надо прокачать магию дальше. Думаю, я этим займусь в ближайшее будущее, потому что надо 7-10 фармить. 24% это лучший результат, который у нас был за вчерашние попытки. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.